Анонс, и точно дата выхода 116 серии турецкого сериала «Плен». 116 серия сериала выйдет в эфир 22 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Хира вернулась в особняк Кали. Орхун и Хира выражают свою тоску через Али. В то время как Хира скучает по здешней жизни, Орхун привык к присутствию Хиры. Мы помним реакцию Орхуна, когда по возвращении домой Орхун стал повсюду видеть Хиру, а Афифа собрала вещи Хиры. Даже короткий визит Хиры ставит Эду и Афифа в тупик. Влияние Хиры, которое никому не причиняет вреда, очень велико в особняке. Если дома Афифа соблюдает свои собственные правила, то в этот раз Орхун блокируется. Орхун показывает Афифе, где она должна остановиться. Проблема великой молниеносная свадьба. Она мечтает как можно скорее выйти замуж за Кинана. На этот раз проснулась Мериэм. Орхун смотрит, как Хира встает на ноги и колеблется. Он боится потерять Хиру навсегда. Наконец он признается, что не может без нее жить. Но Хира так просто не вернется в особняк. 116 серия сериала выйдет в эфир 22 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.